Всем привет, но я сегодня буду мариновать огурцы по очень-очень вкусному, самому обалденному рецепту, друзья. Вон сколько у меня огурчиков, полный-полный большой таз. Что я буду делать? Я подготовила здесь баночки. Огурчики я все вымыла, замачивались они у меня 3 часа. Подготовила здесь чесночок, тоже начистила, помыла. Зелень, друзья, собрала. Здесь у меня и лавровый листик, и горошек, перец черный. Сейчас я буду закладывать огурчики в баночки. И что я для начала делаю? Я подготовила здесь 2-литровые банки и 1,5. Буду сейчас в каждую баночку закладывать чесночок. По 3 зубчика чесночка в каждую баночку. Так, в 2-литровую по 3 зубчика, так как у меня чеснок большой, крупный, поэтому в 1,5-литровой баночке по 2 зубчика, по 2, где-то по 3. Я не знаю, сколько у меня банок здесь получится огурцов. Где-то по 2, где-то по 3. Все, как раз чеснока у меня хватило. Тарелка пустая. Воду поставила на огонь, друзья, воду. Так, что сюда буду добавлять? Сразу сюда я добавлю черный перец, горошек. Вот он. Так буду сыпать на глаз, по чуть-чуть. Насыпаю вот так в ладонь, а потом рассыпаю по баночкам. Не считаю, все на глаз сыплю. Приблизительно чесночок мы любим, поэтому все делаю на глаз. Не чесночок, а черный перчик. Черный перчик мы любим, когда его в огурчиках слышно. Вот, можно еще добавить по чуть-чуть. Все, хватит. Так, баночку отставляю. Сюда же добавляю смородину. Лист смородины. Не знаю сколько. Все на глаз. По 4, по 5 листика. Листики у меня маленькие, молоденькие. Муж обновил у меня кусты. Поэтому не знаю, поскольку. Вот так на глаз накидаю. Все по-быстренькому, все бегом. Раскидаем нашу зелень по баночкам. Ничего страшного, если вы смородины добавите и больше. Дальше что делаю? Где-то здесь у меня лист вишни был на самом дне. Лист вишни добавляем. Тоже все на глаз. Я не считаю, сколько. 4, 5. Вот так раскидали. Раскидываем каждую баночку нашу зелень. Ох, обалденные огурчики, друзья. Я в прошлом году этот рецепт нашла в интернете. До того вкусные огурцы, друзья. У меня мои мужики дрались из-за этих огурчиков. Сделала я на пробу. Еще хочу сказать, что в этом рецепте очень много сахара, поэтому, кто сахар не любит, отойдите от экрана. Отойдите от экрана, если не любите сахар. Я тоже думала, что у меня получится компот огуречный, когда я в прошлом году сделала себе на пробу.
Ну, а теперь добавляем хрен в каждую баночку. Хрен я вот так рву на кусочки. По листику. Смотря какой у вас хрен. Молоденький, можно и два листика бросить. У меня здесь он молоденький. Вот так сначала побросаю, потом добавлю. Тоже все на глаз рвем. Вот так рвем, 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 друзья. Хрен наш. Разрываем. Хотите, порежьте его. Я все делаю по-простому. Рву его на части. Просто рву и все. И забрасываю каждую баночку. По листику. А то и по два. Все, вот так разбросала. Еще, наверное, сюда не бросила. Не видно мне из-за баночек. Ничего страшного, если у вас хрена будет много. Огурчики будут крепче, если вы добавите больше хрена. Так, хватит, хватит. Надеюсь, хватит. Так, дальше, друзья, знаете, что добавляем? Зонтики укропа. Тоже сколько любите. Сколько любите, столько добавляйте. Это у меня здесь баночки двухлитровые. Там стоят возле окошка полтора литровые. Все по-быстрому, потому что у меня очень много огурцов. Целый огромный таз собрала сегодня. Три ведра. Одно ведро 12-литровое. И одно, и два ведра 9-литровых. Огурчики перебрала, крупные отобрала, будем кушать. А огурчики помельче. Закатаю, замариную по самому вкусному рецепту. Бесподобные, бесподобные огурцы, друзья. Обязательно приготовьте. Я уверена, вы не пожалеете. Как не пожалела в прошлом году я. Тоже увидела этот рецепт. Посмотрела, что очень-очень много сахара. Так, все, зелень убираем. Да, забыла еще, друзья, лавровый листик. Обязательно лавровый листик добавляем в каждую баночку. По одному лавровому листику. Я сейчас достану, его промою. Сколько у меня здесь его. Можете не мыть. Я промою, прополосну. Все по-быстрому, друзья, по-быстрому. По одному, по два. Если большой один, маленький, можно два кинуть. Маленькие баночки по одному бросаю. Намыла, конечно же, я тут за много. Ну ничего, обсушу на следующий раз, мне будет... Так, сюда бросила. Все, по одному листику хватит. Хватит. Что дальше, друзья, делаю? Что теперь делаем, друзья? Укладываем огурчики. Попочки, верхушечки я обрезаю. Огурцы стоя я не укладываю, потому что у меня толстая рука. Меня не лазит в банку. Поэтому я вот так забрасываю. Покажу на примере одной баночки. Как я укладываю огурцы. Сверху у меня здесь в тазу огурчики маленькие. Корнишончики. Под низом огурчики немножко покрупнее.
Просто вот так в баночку я забрасываю. Обрезаю кончики с двух сторон. Все по-быстрому, пока у меня не закипела вода. И вот так баночку просто трясем. Не знаю, вам видно или нет из этих банок. Ой, банку чуть не побила. Ой, спешу, чуть банки не побила. Просто укладываем, потрясли, баночки утряслись, уложились. Теперь их дальше укладываем поплотней. И так будем закладывать все наши баночки. Накидали, баночку потрясли. Сверху укладываем, уплотняем. Сколько влезет. Вот так укладываем и уплотняем. Вон, влезет один еще, нет, не знаю. Влезет, запихнем. Покажу вам баночку с огурчиками. Вот так плотненько я ее, вернее, огурчики наши уложила. Вон. Все, буду дальше я укладывать огурчики, а потом покажу, что у меня получилось, сколько банок. Заполнила все баночки или нет, не знаю. Заполнила я баночки огурцами, получилось у меня 6 банок 2-литровых и 6 баночек 1,5-ачек. Крышки поставила кипятиться, вода у меня уже на подходе, почти закипает. Сейчас будем наши огурчики заливать горячей кипящей водой на 15 минут. Ну а что сейчас делаем? Вода у меня закипела. Так как я недавно обожгла руку, поэтому я с газа горячую воду поднять не могу. Кастрюля у меня большая. Будем сейчас разливать воду в наши баночки, кипяток. Воронку сполосну. Разливаем теперь кипящую горячую воду по баночкам. Я взяла вот такую мерную емкость. И с газовой, вернее с газа, с кастрюли сразу буду выливать. Потому что кастрюля большая, я поднять ее не могу. Так, у меня водичка закипела. Выключить надо. Все, я показывать не буду. Покажу вот на примере 2 баночек. Разливаю горячую воду. Так, последнюю баночку покажу. Потом буду разливать без вас. Льем до самых-самых краев. Вот так сразу же что берем? Сразу же закрываем все это крышками. Крышки я прокипятила. Закрываем. Наши баночки оставляем на 15 минут. Все. Ну а дальше я разливаю без вас. Огурцы я залила горячей, кипящей водой. Накрыла простерилизованными крышками и засекаю время, оставляю огурцы наши на 15 минут. Воду я слила в кастрюлю. Я сразу ее померила, сколько у меня вышло воды. Воды у меня вышло ровно 9 литров. Что сейчас будем делать? Сейчас будем добавлять соль. Соль у меня вот такая, каменная. Так, на 1 литр воды нужно соли
одну столовую ложку с горочкой. Так как у меня здесь 9 литров воды, я сюда буду сейчас добавлять 9 столовых ложек с горочкой соли. Вот с такой небольшой горочкой. Одна ложка, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 столовых ложек соли. Так, и сахара нам нужно. Я сейчас скажу, на 9 литров воды 54 столовые ложки сахара. Так, на литр воды нам нужно 6 столовых ложек сахара. На литр воды, не на литровую баночку, на литр воды. Так как у меня здесь 9 литров, я высчитала, что мне нужно сюда добавить 54 столовые ложки сахара, друзья. Буду считать. Сейчас я сахар всыплю, так как это долго будет, пока я насчитаю столько сахара. Да-да, не ужасайтесь. Если кому сахара за много, отойдите, друзья, от экранов. Но огурцы получаются просто обалденные. Приготовив их один раз, я уверена, вы будете готовить их каждый год. Так как я в прошлом году попробовала, сделала на пробу несколько баночек, и не пожалела. Пожалела только в одном, что сделала их мало. Поэтому в этом году делаю только по этому рецепту. Все буду добавлять сахар в кастрюльку. Буду считать. Сахар я всыпала. Делаем рассол для наших огурчиков. Соли добавила и сахара. На 9 литров нужно 9 столовых ложек сахара с горкой. С небольшой горкой. И 54 столовые ложки сахара тоже с горочкой, с небольшой горочкой. И в итоге на 1 литр воды нам нужно столовая ложка соли с горочкой и 6 столовых ложек сахара. В общем, друзья, рассчитывайте, сколько у вас воды, сколько вы готовите огурчиков. Сахар я сейчас перемешаю, поставлю нашу кастрюльку на огонь кипятиться. У нас закипает вода. Что сейчас будем делать? Сейчас будем в каждую баночку без рассола добавлять уксус. Сколько нам нужно уксуса? На 1,5-литровую банку 12 чайных ложек 9% уксуса. На 2-литровую банку 16 чайных ложек 9% уксуса. Но если вам надо на 1-литровую баночку, берите 8 чайных ложек уксуса. Уксус я сейчас буду добавлять сразу в баночки. Уксус у меня вот такой, 9%. Так, сколько уже забыла. Так, на 1,5-литровую банку 12 чайных ложек уксуса. Лью уксус сразу в баночку. Так, буду разливать дальше без вас. Еще раз повторюсь, на 1,5-литровую банку нужно 12 чайных ложек уксуса 9%. На 2-литровую баночку 16 чайных ложек уксуса. И на 1-литровую 8 чайных ложек уксуса, друзья. Уксус дальше продолжаю разливать. Водичка у меня уже здесь закипела. Уксус по баночкам я разлила. Теперь будем разливать наш рассол. Рассол у нас закипел. Разливать буду вот такой мерной кружечкой. Разливаем по самые края, сразу крышечку закрываем. Тряпочка, где моя?
Дальше разливаем рассол, закрываем крышкой и закатываем. Я всегда огурцы заливаю только два раза. Первый раз кипятком, второй раз рассолом. Так, еще одну баночку залью, дальше буду разливать без вас и закатывать. Вот так. Ну что ж, закатала я огурчики. По своему любимому рецепту. Рецепт я нашла в прошлом году в интернете. Огурцы получаются обалденные. И не смотрите, что здесь много сахара. Пропорции здесь идеальные. Что соли, что сахара, что уксуса. Обязательно приготовьте себе на пробу несколько баночек. Я уверена, вы влюбитесь в этот рецепт, так как влюбилась в него я. В прошлом году я сделала на пробу, в этом году буду катать только по этому рецепту, мариновать. И закатала я за один раз вот такую большую партию, 6 баночек 2-литровых и 6 баночек 1,5-ачек. Друзья, огурчики у меня еще остались, будем жевать-жевать с мужем в обе щеки, салатики делать или еще что-нибудь. В общем так, баночки сейчас я уношу, поставлю их на покрывало, переверну вниз крышками и укутаю одеялом до полного остывания. Друзья, обязательно переворачивайте баночки и укутывайте одеялом. Шубой, пальтом, что у вас есть теплое, укутывайте. Я их сейчас занесу. Они у меня будут стоять сегодня полдня, ночь, завтра утром я их все снова переверну и занесу в кладовку, холодное место. На хранение на зиму, друзья. Все, на этом заканчиваю свой видеоролик. Спасибо всем за просмотр. Все, всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.